Заместитель акима области посетил областную многопрофильную больницу. Первым делом Нурымбет Сактаганов справился о здоровье пациентов, поздравил с праздником Амал. Поздравляю с праздником, курсу кына кутты болсын. Мира, добра и благополучия в стране, чистого неба над головой. Спасибо за внимание. Далее заместитель акима области ознакомился с работой отделений хирургии, кардиохирургии, эндоваскулярной хирургии. Отметим, оснащенность больницы медицинским оборудованием составляет 95,78%. В отделении эндоваскулярной хирургии установлены 2 современных ангиографа. Ежегодно здесь проводится около 4000 операций. На встрече с персоналом больницы Нурымбет Сактаганов выразил благодарность медикам, пожелал успехов в работе.